Так, итак, небольшое видео про шекер H3DXB, город Москва, Троицкий административный округ, город Троицк, перед началом РДА контеста 2012, который начнется в субботу 18 августа. 12 часов дня ровно, соответственно, здесь устроено одно место, ноутбук, трансивер 100 тысяч MP Mark 5 Field 100 Watt, интерфейс MicroKeyer 2, фирмы Microham, проводка ESUG800SA для вращения 7-элементной яги трайбендера на 10, 15 и 20 метров. Ну, соответственно, табличка для запоминания, так скажем, наверху динамик, наушники, телефон QSL-карточкой. Вот тут у нас работаем за идею за 100 баксов, говорится. Здесь у кого место, значит, трансивер ESU FT736R в данный момент стоит на частоте 145 500 ЧМ, значит, поворотка G5500, тоже ESU, всякие интерфейсики под работу ПСК компьютера. Вот, и вверху стоит Icon 735. Вот, на КВ. А, значит, что касаемо рабочего места в RDA контесте. К FT-1000 сейчас подключена антенна 7 элементов в качестве первой антенны, точнее главной, я бы так сказал. Плюс второй антенной подключена наша цепелин, которая, значит, работает на 40 метрах, настроена на 40-ку. На 80-ку, на 160 у нас нет ничего, к сожалению, поэтому будем работать в группе МИКС, европейская часть России, на диапазонах 10, 15, 20 и 40 метров. То есть 4 диапазона всего лишь. Ну ничего, посмотрим, поборемся. Попробуем свои силы. Здесь у нас стоит компьютер. Да, настольный. Ну, соответственно, опять же новая табличка с нашим новым RDA. Ну, блок питания для, значит, питания трансиверов, да, с вентиляторами. Приемник 313. Вот, в принципе, и все. А, еще покажу, что здесь у нас холодильник. Вот. Ну и плюс, соответственно, оборудование небольшое, такое спальное место. На завтра уже, да, соответственно, для того, чтобы операторы могли отдыхать во время контеста. Микроволновка. Вот, в принципе, и все. Вот такая у нас коллективка незатейливая. Ну, это то, что касаемо шака. На этом разрешите раскланяться. Видеооператор Тони, Роман Жук 3, Дима Харитон, Центр. Время 20 часов 32 минуты 17 августа 2012 года. 73, и до встречи в контесте.